Дорожные знаки, особенно временные, по умолчанию предназначены повысить безопасность движения. Где-то скорость ограничить, где-то перенаправить транспортные потоки, а где-то предупредить об опасности. Но иногда встречаются курьезные ситуации, когда знаки, наоборот, провоцируют ДТП. Вот пример. Временный знак был установлен несколько дней назад на улице Кирова. При наличии свободной правой полосы дорожники почему-то поставили знак «Объезд препятствия слева». В итоге машины попросту выскакивают навстречу. Усугубляет ситуацию отсутствие разметки. Если бы она была, то любой водитель психологически не стал бы переезжать сплошную и сообразил бы, что лучше перестроиться вправо. Если и вы сталкиваетесь с подобными ситуациями на улицах города или области, присылайте свои фото и видео с указанием места. Конфиденциальность гарантируется. Наша почта ulpravda-73@mail.ru. Андрей Стриженов, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.